Рыбакит, папа рисует. Привет, ребят! Вы на канале Рыбакит, и сегодня мы рисуем мороженка на три пастели челлендж, а она будет на три маркера челлендж. Тю-тю. Тю-тю. Кто-то написал, ты тю-тю. Да это не я тю-тю, это вот это тю-тю. Где, вы где живете? В Краснодарском крае. Начинаем, в общем. Я там буду просто тянуть. Вот так. Так. Я буду рисовать мороженка. Я обычное мороженка буду рисовать. Такое. Как с... А вы, ребят, рисуйте вместе с нами. А какое-то у меня мороженое вообще не получилось. Привет, привет. Так, это уже третье я нарисовала. Аня, вот. У меня вообще ничего не получается. У меня просто... Я вообще перерисовывать буду, потому что у меня ничего не получилось. И тут такие... Штучки. Так, ладно, Пуко. Почему Пуко? Что это? Вы молодцы, спасибо. Это мороженка. Это хотя бы уберем. Я зефирка. Я летающая зефирка. Лайки ставлю. Рыбакит. Подписывайся. Подписаться не забуду. А как вы монтируете? То есть вы рисуете, но там дом видно, и Рому, и все такое в маленьком экране, и большой такой рисуете. А как вы это делаете? Мы не знаем. Вот, видите, у нас вон там на компьютере. Мы не знаем, как это делать. Это надо спрашивать у Вани. Так что нас не спрашивайте. Мы здесь не специалисты. Это не мы все делали. Ага, да. Это правильно. Ром, уйди, пожалуйста. Сколько тебя еще просить надо? Он рисовать хочет, видишь? Да пусть он там порисует. Ну пусть здесь, что? Он нам не мешает, он тихо рисует. А мне мешает. Мне тоже мешает, но я ж не говорю. Рома, уйди. Сейчас я ему там. Ром, нарисуй пастелью. Не надо карандаш. Карандаш. Звук этот. Я знаю, кто поставил дизлайк. Катя Полковникова. Молодец, зефирка. Все, я тебя люблю. Так, я с закрытыми глазами выбираю зефирка. Это никто. Так, я выбираю пастели. Сейчас я вот сюда поставлю, чтобы вы видели. Блин, да тихо. Блин, нарисуйте свинку. Сейчас нарисуем. Нарисуйте котика в виде бургера. Может, нарисуем. Так, я вот, видите, мою пастель. Я сейчас закрытыми глазами буду выбирать три цвета. Зефирка, я согласна с тобой. Я выбираю. Берем вот это. Нет. Так ты не перемешивай их. Ты знаешь. Я не знаю. И это. Так, вот это. Обалдеть. И вот это. Что я выбрала? Зефирка, я согласна с тобой, красиво, спасибо. Ребят, тебе нормально. Вот такими вот цветами я буду раскрашивать свое. Отлично. У меня вообще получилось какой-то переберда. У меня переберда. Чисто черные глаза. Но это сейчас. Смотри, у меня какие. Так, я сейчас приду. Опять зефирка куда-то уходит. Так, я выбираю маркеры. Так, закрой твоими глазами. И будешь подсматривать, я тебя убью. Зефирка, это девочка. Два зеленых и коричневых. Красивенько, спасибо. Ребята, вот. Она не подглядывала. Я не подглядывала. Она бы не стала такие выбирать, реально. Я не подглядывала.
Теперь у меня зеленый будет. У нас почти одинаковый. Почти что. Ребят, ну у нас, в принципе, цвета нормальные. Ну, бывают такие мороженые, ну и что? А зато зеленые, они очень вкусные, скажи. Ну да, они с фисташками. Да. Фисташ. И у тебя хорошие, и у тебя зеленые тоже. Хорошие. Ну, можно я сделаю исключение, чтобы у меня глаза нормальные были? Можно. В принципе, можно, потому что, ну да, черные глаза, это да. Это вообще... Даже не видно, что я что-то сделала. Вегенераторы иди. Спасибо. Красиво, спасибо. Красивенько, спасибо. Все красивенько пишут. А хотя хочет забавиться. Хочет, чтоб им красиво было. Да. Лайк, спасибо. Ребята, да. Можно я одно исключение сделаю? Ну ладно, нормально и так. Потому что у меня видно, а вот на экране черный. Ну да, это коричневый. Это коричневый, ребят, так что не говорить, что это очень сильный поджаренный. Это коричневый, просто это фломастер такой. Вы, конечно, не видите, что это... коричневый, но это коричневый. А, этот звук фломастер. Мне тоже чуть-чуть раздражает он, когда очень скрипят. А ты же говорила, надо было выбирать пастель. Ну, пастель тоже так не очень. Нет, пастель, она очень приятная. Вот сейчас ты не рисуешь. Можешь, пожалуйста, выйти? Возьми вот эти свои ноги и иди в другую комнату, пожалуйста. Не, ну, Ром, ты на заднем плане, тебя так головой закрывать надо. Тогда я буду закрывать. Да, вот так. Смотрите. Так буду закрывать. Надеюсь, Рома уйдет на диван. Ром, пожалуйста, уйди на диван. Мне неудобно просто рисовать, простите, что такой шум. Рома, иди на диван. Мы двое. Просто я уже иду. Все, я потом с тобой в диван. Эх, давай зеленого. Никакого разума. Зеленый язык. У меня тоже зеленый язык. Ну, звездочки я нарисую коричневые, нет, хотя, ну, оранжевые, пусть будут вот такие. Зеленые будут. Пожалуйста. Кому рыбакит нравится, тот лайк поставил и не печалится. А кому рыбакит не нравится, тот дизайн поставил и печалится. Нарисуйте лол. Сейчас нарисуем. Если захочем. Потому что вы столько рисунков нам хотите. Свинью, фею, там, Шарлоу теперь. Да. Мы не уже скажете, трансформеры нарисуйте. Мы уже снимаем почти 40 минут. А я даже не заметила. Мы всего 3 рисунка нарисовали. А уже 40 минут прошло. Обалдеть. Куда делась зефирка? Зефирочка, где ты? Зефирочка, лайк. Ребят, если мы обращаемся к только зефирке, это не значит, что мы вас тоже не любим. Мы любим всех, просто зефирка, просто... она у меня даже ВКонтакте есть. А, кстати, ВКонтакте. Угу. Кстати, кто хочет со мной общаться ВКонтакте, зайди. Напиши. Добрый день, я из компании чего? Ломатей коней. Чего? А мне обращение. Ой! Я просто играю. Ай! Я ой сказала. А не ай. Ай! Так, нарисуйте щенка. Привет, я и ты. Привет! Кто это? Я и ты. Привет.
С нами был... Ребят, зайдите в описание, там будет написано группа ВК. Зайдите в эту группу. Эфира. Когда эфир закончится, тогда у вас видео потом будет 1 час, да. Ребят, кстати, если вы хотите найти меня в ВК, то зайдите по ссылке в описании в группу ВКонтакте. Потом из этой группы найдите там друзей. И в друзьях набейте Катя. А после Катя фамилия начинается на С. Так что найдите меня, если хотите. Семенова. Вот зачем ты это сказала? Что? Ладно. В общем, я там называюсь Катя Семенова. Можете меня найти. У меня очень классная там аватарка. Найдите. Можете меня сейчас попросить в друзья. Вон у меня телефон лежит. А вы когда-нибудь ломали коньяк? Что такое коньяк? Может, коленку? Наверное, неправильно написала. Напиши мне правильно, я сниму. Мы не понимаем, что такое коньяк. Рома тут разбросал свои рисунки. И нас еще разбросал. Ребят, я иду на чёрт, я знаю телефон. Тебе кто-то... Это тебе кто-то звонит? Нет. Привет, мы с моим другом... Экспертора по взламыванию хребтов. Чего? Хребтов, может быть? Или хребтов? Так, все, я иду в ВК, жду. Ну и что, никто? Вот, ребят, мой профиль. Вот так. Не видно все равно. Зайдите на мой канал. Зачем? Чтобы послать... Поставить тебе дизлайк. Все равно не видно. Да все равно не видно. Да пофиг. Пофиг. Вот. Круто. Катя Семенова. Запомните. Катя Семенова. Уже какая-то заявка, друзья. Я не знаю, кто это. Я тогда ответить на заявку. Че? Любочка. Какая-то Любочка. Кто это? Я не знаю. Ломать коней. Что такое коней? Я не понимаю. Рисуй, давай, я тебе еще дома буду. А, кстати, как вам мой чехол? Вы некрасиво рисуете. Пошел, Семен, ты куда-нибудь туда. А куда кину голову? Все, мы его заблокируем. Показываем. О, Господи, куда мы улетели? Все. Дяденька Ванька. Куда мы улетели? Дядя Ваня! Мы улетели. Зови. Дядя Ваня! Мы улетели. Все, теперь эфира не будет. О, прощай, Зефирка, мы улетели. А может, они, кстати, нас сейчас еще увидят. А мы не видим. А может быть. Сейчас я приду, если вы меня видите. Ваня! У нас эфир выключился! У нас все улетело. Дергали, наверное, что-то и улетело. Все, теперь так работайте. Никогда ничего не вернется. Спасибо. А как оно вернулось? Скажите, пожалуйста, мне привет. Зефирка пришла. Скажите, пожалуйста, мне привет. Я тут. Даниэль, привет. Так, ребят, мы уже скоро заканчиваем, наверное, будем. Потому что я уже устала. Устала? Ты сидишь на одном месте и все. Не знаю, я уже устала. Сидеть на одном месте. Да. У меня здесь никакого разнообразия нет, кстати. Давай быстрее. Вот чуть-чуть осталось. Девочки, скажите, пожалуйста, мне привет. Я сказала Даниэль, привет. Если неправильно прочитала фамилию, ничего.